24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. 28 января 1992 года постановлением Верховной Рады был утвержден государственный флаг Украины. День государственного флага отмечается ежегодно 23 августа. В том же 92 году был утвержден государственный гимн Украины и малый герб Украины – Трезуб. 12 ноября 1992 года на территории Украины было прекращено функционирование рубля, а украинцы познакомились с новой временной валютой купона карбованцем. В 1993 году в Украине появилась мобильная связь. Телефон стоил около 2000 долларов, средняя же зарплата в то время составляла 17 долларов в месяц. Первый звонок совершил президент Леонид Кравчук. 1994 год олимпийской мечты. Первая ласточка от Украины на зимней олимпиаде в Норвегии фигуристка Оксана Баюл стала чемпионкой. 1995. Украина стала членом Совета Европы. 1996. Этот год стал знаковым для Украины. 28 июня – Конституционная ночь, по итогам которой был принят основной закон Украины – Конституция. 2 сентября 1996 года в обращение была введена национальная валюта страны – гривна. В этом же 96 году украинские спортсмены впервые выступали на летней олимпиаде с самостоятельной командой и завоевали 23 медали – 9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых. Сборную страны представлял 231 спортсмен. 1997 год. Год космонавтики. Леонид Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины. Главным событием 2001-го стал визит в Украину Папы Римского Иоанна Павла II. 2004 год ознаменовался оранжевой революцией. В этом же 2004-м сбылась мечта многих. Украина выиграла Евровидение в Стамбуле. Победу и право принимать международный конкурс принесла певица Руслана. В 2005 году произошел своеобразный переворот в экономике Украины. Был продан гигант украинской промышленности «Криворожсталь». 2006 год. Сборная Украины по футболу попала в десятку лучших команд на чемпионате мира в Германии. 2008 год. Украина вступила в ВТО. Перед страной открылись новые возможности, но в реальности Украину охватил финансовый кризис. 2010. Президентские выборы. Победа Виктора Януковича. Европейский Союз признал, что у Украины есть шансы вступить в ЕС. В 2011 году украинские кумиры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе. В 2012 году олимпийский актив Украины пополнился новыми наградами, которые выиграли наши спортсмены на летних играх в Лондоне.